Пруд Черноморец, 16 июня, 19 год. Алексей поймал такой трофей, 6 плюсом. Значит, он принял решение благородное выпустить его. Мы его выпускаем. Чтобы в Черноморце было больше таких замечательных соперников, настоящих бойцов. Администрация пруда Алексею выписывает путевку бесплатную за выпущенного карпа на 6 часов. Ну как-то так, приезжаем на Черноморец, ловим, отпускаем.